Завершается у нас второй день дизайн-конференции, уже вечер, только что прошло у нас мое выступление, кому-то понравилось даже. Да, очень круто, на самом деле. Можно было найти свою уникальность и упаковать ее в философию и в идеологию, и всего это заняло 30 секунд, на самом деле очень круто, даже, если просто быть в моменте и это делать. Верится. Ксюша, да. Скажи, что подготовила, что вы все. Да, здесь у нас система тестирования и найма исполнителей. Свежак, самый свежий пакет документов, который мы разработали. Стопка, он 3 сантиметра. Здесь описан последовательно порядок работы, как найти, подобрать и протестировать новых кандидатов, как из воронки в 200 человек найти одного того самого идеального, который подходит, который умеет работать по вашим правилам, согласен. И, в общем, как найти своего идеального сотрудника, все здесь. Подробнее будет завтра на третьем дне, VIP-блок. Мы со Станиславом будем презентовать систему, показывать, как у нас это все работает. Приходите. Также здесь у нас основные документы студии, то, без чего ни одна студия не сможет работать. Шаблоны проектирования. Это помогает делегировать часть работы исполнителям, дизайнерам, проектировщикам, визуализаторам. Здесь подробно приведены все инструкции, описано, как, в каком формате, какие требования нужны для каждого этапа, который мы сдаем клиенту. И что же, это можно просто взять и сделать себе, внедрить, скопировать? Скопировать можно, но работать это не будет. Конечно же, требуется индивидуальная адаптация под каждого клиента, потому что у каждого своя уникальность. И своя философия и миссия. Шаблоны есть, ими можно пользоваться, но важно личное участие, и чтобы в этих документах была обязательно частичка каждого из вас, каждого из руководителей. Мы будем всегда рады вам в этом помочь. Как раз я занимаюсь внедрением, можно обращаться к нам на стойку, записываться. Всегда будем рады вас видеть. Но уже на стойку, наверное, не обратятся. Ну или не на стойку. Да, уже мы будем те, кто нас смотрят, да? Пишите, да, Ксюша очень интересно все рассказывает и знает по этой теме все, вот поэтому вместе, я думаю, сделаем. Вот, спасибо, идем дальше. Держи. Отлично. Так, как у вас дела? Все ли хорошо, что делаете, смотрите, у нас ставим тут сразу же попали на интервью. Поделитесь мнением о конференции. Я впервые. Да? Да, впервые именно на этой конференции, много слышала и, в принципе, 50 на 50. Так, давайте плюсы-минусы, все как плюсы есть, тем, да. Что я переполнена идеями. Отлично. То есть прям блокнотик весь выписан, а места не хватило, серьезно, уже пошла заметка в телефоне. Класс. Минусы то, что, я понимаю, хотелось бы больше полезной информации. Это на виблоке, да, здесь для вдохновения два здесь, дня. Здесь половина это реклама от поставщиков, да, я понимаю, что это надо. Вот, но ее можно получить в других местах, вот, в том числе на Мосбилде и в других. То есть здесь хотелось бы более профессионально. Либо Вам атмосфера, люди, знаком, с кем-то познакомились, может быть? Кстати, нет. Вот вы первый, с кем я, наверное, да познакомлюсь. Ладно. Серьезно. Да? Надо развивать эту тему. Да, это не мой конек. Я просто прихожу, получаю знания и все. Понятно, понятно. Ну, хорошо. Ну, здорово, что на интервью решились. Что смотрите? Ваши каталоги. Да, как? Довольно высокого уровня. Спасибо, стараемся. Вы архитектурой тоже занимаетесь? Да, да, вот это вот дом в Сочи мы делали. Но больше все-таки дизайн, архитектура, ну, тоже, да, второй, да, этап. Основной наш дизайн, конечно, потому что, ну, не знаю, просто уже кто-то, если просит, мы стараемся не отказывать, а так по интерьерам все делаем. Симпатично. Спасибо. Ну, все, идем дальше. Так, ну что, готов? Что скажешь? Привет. Да, завершилась конференция. Первый раз сюда приехал. Ниже можно, вот так держи. Очень понравилось. Очень много полезной информации, знакомств, интересных встреч с уже знакомыми людьми. Что-то подчеркнул, что-то для себя? Какое выступление, может быть, запомнилось? Запомнилось выступление ребят из Geometrium, Алексея и Паши. Вчера с ним пообщался еще. Вдохновился, немного. Да? Да, вдохновился. Отлично. Начал. Что будешь делать? Продолжил мечтать. Что? Мечтать отлично. Что будешь делать, внедрять? Сейчас конкретно работаю над привлечением клиентов. Буду усиливать работу. Отлично. И развиваться в найме, в поиске клиентов. Отлично. Все, супер. Спасибо. Спасибо. Так, друзья, товарищи, кто у нас самый смелый?
Вижу лицо. Да. Расскажите, кто чем занимаетесь, как конференция, что нового интересного. Меня зовут Екатерина. Можно я постою? Да. Меня зовут Екатерина. Я дизайнер интерьеров. Я регулярный участник конференции, дизайн-конференции. Каждая конференция — это потрясающее событие, что-то новое, куча инсайтов. А что в этот раз было? Я вот посмотрю. Давайте опытным путем, что понравилось? Ну вот сейчас мне больше всего понравилось ваше, Станислав, выступление. Да? Вот, потому что отметили для себя? Поскольку я у вас учусь в системном клубе, вы сейчас снова вот по пунктам прошлись вот по всей вот этой структуре. У меня в голове все освежилось, так все восстановилось. И я уже чувствую, что, во-первых, то, что я делаю правильно. Это я для себя поняла. Укрепилась в каких-то своих позициях, что-то новое подчерпнула, может быть, именно в плане того, что нужно более четко сформулировать некоторые вещи и задачи. Вот. Но так в целом. Отлично, спасибо. Вот. Спасибо вам. Спасибо. Так, ну а что вы скажете, товарищ писатель? Сергею давайте так, пойдем в демонстрацию. Сергей у нас не просто так, а теперь, как можно сказать, что создатель продукта. Что да. за продукт, что представляешь? У меня сегодня второй дебют. Давай. По методичкам и по книжкам. Сегодня я хотел показать дневник ремонта. Вот. Как оказалось, достаточно симпатичная книжка получилась и достаточно неплохой спрос. Вот, дизайн-конференция помогла выявить проблемные места, помогла показать, где можно совершенствоваться, и я это все учту, и я думаю, при следующей партии этой книжки я сделаю ее намного лучше. Спасибо организаторам, было все на высшем уровне, и спасибо за данное время, которое вы мне дали для продажи этой книжки. Отлично, спасибо. Ничего себе. Ой, кто у нас идет? Убегает. Убегающий дизайнер. Ну я что, Маша? Маша. Его не могу найти. Да, он только для... Держи. А что это? Просто так, где-то микрофон. Это микрофон. Ты просто держи вот так в руке. Окей. Да? Ты расскажи все. Ты хороший дизайнер? Опытный? Конечно. Молодец. Да. Ну давай, расскажи про себя чуть-чуть. Что делаешь? Я делаю частные интерьеры, но я думаю о том, чтобы перейти все-таки в общественные. Ага. Чтобы покреативить была возможность, потому что в частных интерьерах она не всегда есть, к сожалению. Ничего себе. Как ты в конференцию попала? Как тебе здесь? Все нравится. Как попало? Ну, можно сказать, я, когда работала у тебя, стояла у истоков создания этой конференции, поэтому вот я в курсе да. была, что она проходит каждый день. Вот. И решила тоже прокачать немножко знания, потому что есть такое свойство застоя, когда ты много лет работаешь в одном направлении, потом нужен какой-то рывок, чтобы двигаться дальше. Я же сказал, тут держи. Давай заново. Застой, рывок. Застой, да. Чтобы сделать какой-то новый шаг, нужно получить новые знания, какие-то знакомства, поэтому в этом году я решила... Были знакомства, знания, что отметила? Знания, да. Мне сейчас вот нужно все это структурировать и уложить как-то в своей голове, и работать над брендом, конечно. То, что ты рассказывал, ну, эта тема давно меня интересует в последнее время, она, ну, такую популярность набрала, и я хочу над этим сейчас плотненько поработать, над созданием личного бренда. Отлично! Да. Спасибо, желаю удачи. Спасибо. Должно все получиться. Так, теперь ты. А я что? Не знаю, что ты. Кто ты? Что ты? Как ты? Сидят на стульчиках. Да, глава компании Arlight, Ледников. Ну расскажи, вот сюда вот это специально, чтобы говорить, да. Ну, Руслан, знаю, что устали, как всегда. Но... Да, устали, аж на стульчик присели, Станислав. Да. Как дела, как успехи? Все хорошо, отвыступали, практически со всеми уже перезнакомились, все свои анонсы рассказали. Давайте я вам с вами же запишусь. О, про конкурс рассказали всем, в общем, а все я здорово. Знаю секрет. Можно рассказать? Рассказывай. А что, Руслан не все, весь ассортимент знает. Да, есть такой. Но он делегировал, потому что у него все уже сотрудники знают, поэтому обращайтесь к менеджерам, они все. Да, менеджеры гораздо знают ассортимент лучше, чем я. Так что все правильно. Так, ну что можете сказать по прошедшим дням?
Ну, насыщенные дни, очень много людей, контакты собрали, да, вот, видите, так. У нас тут наш вот шуру... какой улов. Шурум-бурум, да. Отлично. Вы не смотрите, что визиточки все наши, просто почему-то... А они ваши? Ну, это дизайнеры без визиток, они все раздали на Мосбилде, мы теперь на своих пишем и вкладываем туда-обратно. Ладно, супер. Так что так. Так, ну давайте быстренько посмотрим тоже, почему бы и не посмотреть. Что новиночки? Новиночки. Ну, вот смотри, система, вот то, что я рассказывал, Плури, очень интересно. То есть много разных баз. Ага, я снимаю, да. И потом делаете... А для чего это? Это светильники, и под нее есть разные базы. Угу. База под шпаклевку, база накладная, база встроенная, цилиндром и так далее. И просто уже в эти базы щелкиваем светильники. Вот, видите, база может быть такая, такая, как там. То есть вроде бы как все разное и в то же время одинаковое. То есть вот такой можно концепт интересный собрать. Меня можно, получается, да? Да, 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 да. Так, что еще у вас самое хитовое, самое популярное, что есть? Самое хитовое, мы привезли светодиодную ленту сплошной засветки. Вот она. Где это совершенно, мощная светодиодная лента. А, без... Где совершенно не видно точечек. Классно, видите? Да. Если я ее выключу, вы не найдете начало и конец этого. Видите, один сплошной светодиод на всю линию. Интересно. Это раньше такого не было, всегда было с такой расчёсочкой. Да, 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 да. Была так, расчёсочка. И какой он мощный? Здесь 11 ватт. 11 ватт. Ну, в принципе, нормально, да, да, для подсветки. Это чтобы не было расчески. Если мы ставим ее в профиль, и высота профиля небольшая получается, да? Чтобы не было видно точечек на экране. Вот такая будет сплошная линия. Отлично. Красиво, всегда здорово, всегда классно. Да, да, мы, кстати, поговорили с Русланом. Может быть, будем делать по освещению фасада нашего дома. Вот, да. Если получится, все, тогда с удовольствием покажем. Да, да, да. Я, наверное, к тебе еще приеду, и мы с тобой вместе там видео поснимаем, да? Как да, будет? Ну, у нас пока ремонт только, но мы это доделаем. У нас, в общем, планируется, давайте так, чтобы это самое было, до конца весны, к лету мы хотим сделать там лужаечку, сделать ландшафтное освещение и сделать красивую подсветку света, чтобы все соседи завидовали. А мы вам в этом поможем. Спасибо, отлично, хорошо. Здесь у нас на стенде представлены образцы, выполненные в технологии Tiffany. Данный образец самый сложный техническое исполнение, то есть тут использованы объемные элементы фьюзинг и роспись, на которую надо около 4 дней. То есть художник наносит один слой, потом запекается, второй, третий, четвертый, так до 4 дней. Данный образец, здесь расписан каждый фрагмент, то есть здесь ни одного стекла нет, которого не коснулась рука художника. Здесь предоставлен вариант потолка. Отлично. А это для стекол может быть использовано? Это просто панно, которое мы сделали 4 пары года. Это один из самых простых вариантов исполнения, когда нет ни объемных элементов, ни росписи, а просто как аппликация. Они могут быть всевозможных форм. Технология позволяет делать вот такие объемные светильники. Они могут быть изогнуты во всех плоскостях. Также мы используем вот такие редкие уникальные элементы. Они называются малирование, когда приходится делать форму и в этой форме отливать стекло под конкретный заданный эскиз, рисунок, размер. Так, а это бутылки такие? А это хулиганство, да. Мы любим иногда хулиганить. То есть сначала мы тщательно пьем, а потом вот так вот плавим. Получается, за счет температуры. Это в печах, специальных печах. Вот за сутки бутылка превращается в нечто такое. Прикольная подставочка. Ну, дизайнеры часто используют для оформления питейных зон. У нас есть здесь в Москве дизайнеры, которые покупают в пабы.